В одном из самых красивых мест Москвы, и уж точно в самом красивом месте Преображенки, на берегу Черкизовского пруда, в удалении от городских магистралей, в тишине парковой зоны располагается Дворец творчества Преображенский. Ты стал частью пятитысячной команды мальчишек и девчонок, которые с разных сторон 7 дней в неделю спешат на разнообразные занятия. Этот фильм расскажет тебе, как сделать свой путь до дворца безопасным, покажет сложные моменты твоего пути и напомнит о правилах дорожной безопасности. Ты приехала на остановку Дворец творчества со стороны Преображенской площади. Здесь находится большой пешеходный переход. И ты по нему движешься к дворцу. Но давай рассмотрим разные ситуации. Загорелся красный свет, но ты дождись зеленого света для начала твоего движения. А здесь женщина пошла на красный свет, она поступила неправильно. Ну, для тебя загорелся зеленый свет, и ты идешь к дворцу. Стоп! Так завязывать шнурки перед машиной нельзя. Водитель может тебя не увидеть. И наступит трагедия. Будь внимательнее. А здесь ты можешь свободно идти по территории дворца. Здесь транспорта никакого нет. Машины не движутся, и ты спокойно можешь войти во дворец. Ты подъехал к переходу по Халтуринской улице. Будь внимателен. Ну-ка вернемся немножечко назад и посмотрим. Вот так пересекать переход нельзя на велосипеде. А нужно сойти с велосипеда и пешком перейти улицу. Вот здесь будь осторожен. Ты набрал скорость, а отсюда может выехать автомобиль. Видишь, нужно внимательно посмотреть на выезд и только потом продолжать путь. Молодец. У дворца есть стоянка для велосипедов. Ты закрепил велосипед и прошел во дворец. А это тоже остановка на Халтуринской улице. Здесь есть еще один переход, и по нему нужно очень внимательно перейти, прежде чем попасть на мост к Дворцу творчества. Подъезжаешь
к остановке кинотеатр «Янтарь», чтобы перейти улицу и попасть на дорогу к Дворцу творчества. Обрати внимание, при переходе нужно снять наушники и продолжить путь. Будь внимателен на дороге, чтобы избежать любые происшествия и чтобы приход во дворец был радостным для всех наших друзей.